no viņas, dakter, kad ir viņas trīna teikas, un viņa uzstāšanās arī uz krievu valodā. Es ļoti atvainojos, bet es domāju, ka tulkojums nav vajadzīgs, jo tajā laikā, kad notika avārija, mēs visi ļoti, ļoti labi zinājām, kādā valodā bija visas pavēles. Bet šodien tā ir saziņa starp kolēģiem. Lūdzu! Dear colleagues, dear friends, дорогие коллеги, уважаемые дамы и господа, во-первых, разрешите поблагодарить вас всех, господин организаторов, Чернобыльскую организацию за приглашение участвовать на вашей конференции и прочитать доклад от Литвы. Но меня попросили передать вам и большой привет наши литовские чернобыльцы от имени тоже движения «Чернобыль» и Чернобыльского фонда «Наш берег». Сегодня прошло уже 25 лет от этой страшной апрельской ночи. И хочется спросить, мирный атом, мирный ли он, когда находится в ненадежных руках, и была бы возможность избежать столь больших жертв на Чернобыльской АЭС. Да, 25 лет тому назад мы думали, что страшный перечень названий 20 века будет последней точкой с названием Чернобыль. Ведь до того перечисляли Хирошима и Нагасаки, Невада, Семипалатинский, Лобнор, Тримайл, Остров и другие. К сожалению, список продолжается и сегодня. Разные степени события происходят после Чернобыля на тогдашней Ленинградской, Калининской, Смоленской АЭС, Финляндии, Лавийской Окклунд, Отаньеми в Швейцарии, в Швеции, на станциях Форсмак и других. К сожалению, опять список надо добавить и Фукушимские события на японской, Фукушимской АЭС. Пока статистика хорошего не обещает, а ведь только в Европе сегодня действует 195 атомных электростанций. Европа сегодня нафаршированная. Ситуация Литвы может стать еще сложнее, если на границе с Белоруссией белорусы построят новую АЭС. Это всего 50 километров от нашей границы. А с западной стороны начинается стройка еще одной атомной станции Ленинградской АЭС. Так что Литва станет оцеплена атомными станциями. Отвечая на второй вопрос, могли бы избежать настолько больших потерь и человеческих жизней, однозначно можно сказать и надо сказать «да». Многим это зависит от чести и совести руководителей стран, где происходят несчастные случаи на АЭС. Ранее оповещание о происшествии, меры профилактики по эвакуации людей из зон заражения, вода, пищевые продукты, включая молоко в том числе, все эти мероприятия должны быть начаты как можно раньше. В апреле 1986 года из Литвы было вывезено на Чернобыль 7200 человек, очень сравнительно молодых людей. Сегодня из этого числа почти 600 уже не живых. По смертности третье место у нас занимают суициды и внешние факторы, второе место – раковые заболевания лидирует в первом месте кровеносно-сосудистые заболевания.
По заболеваемости лидирует, опять же, кровеносно-сосудистое заболевание, раковое заболевание на четвертом месте. Я не хочу отрывать надолго ваше внимание цифрами, но если будет интересно, я смогу оставить свой прошлогодний доклад. Я делал доклад в Японии в Институте радиационной медицины, и там все наши цифры, динамика, она вся изложена, и если будет интересно, это доклад смотрится. Литовский медицинский Чернобыльский центр, который начал работу в 1991 году и имел определенное финансирование, в 2006 году начал уже работать на общественных началах. Финансирование было закрыто. К сожалению, в 2009 году практически работа прекращена, как будто виновников нет, но как мы называем министры-туристы, которые на сегодняшний день в нашем правительстве, которые могут руководить два года одному министерству, два года другому министерству, третьему министерству. Так мы и называем теперешнего нашего министра здравоохранения. Это ихними руками это сделано все. Хотя должно быть все наоборот. Чернобыльцы стареют, все люди. И у них чем больше, чем дальше, тем больше медицинских проблем. И тем более нужно для них внимание больше. Сегодня человечество, и особо после событий на Фукушимской АЭС, находится на большом перекрестке. Куда повернуть? Энергетические потребности увеличиваются не только с каждым годом, но и с каждым днем очень большими темпами. Откуда же брать энергию? На сегодняшний день только две страны, это Италия и Соединенные Штаты Америки, строят новые атомные электростанции, отказались. Там уже новые станции не строятся. Германия, как вы знаете, последняя после Фукушимы события, Германия очень серьезно отнеслась к работающим и делала и делает теперь большие проверки. К сожалению, Россия, она принимает другие решения. Из 20 сегодня работающих атомных электростанций в России, для 10 срок продлен еще на 15 лет. А планы строить есть еще 36 новых реакторов. Но надо иметь в виду и другое. В России есть только один завод, который изготавливает атомные реакторы. И его мощность один реактор в год. Если, как Россия говорит, это планы на 10 лет, немножко страшно становится, как можно с одного перескочить на 3 почти реактора в год. Какое пойдет качество этих реакторов? Дорогие коллеги, к сожалению, мы живем в очень большом окружении атомных электростанций. Потребности энергетики, честь и совесть правительств, безопасности населения. Все это должно между собой иметь четкую корреляцию и, конечно, слово в науке о новых возможностях получения энергии не такими опасными путями. То есть, самое главное место должны занять возобновляемые энергетические ресурсы, гидро, ветряные, солнечные и другие. Заканчивая, я хочу закончить несколькими большими лозунгами. Лозунгами, которые часто звучат в Хиросиме и Нагасаки.
на мировых конференциях, которые проходят ежегодно в августе месяце, когда были взорваны эти две бомбы. А они всегда звучат так. Нет больше Хиросимы и Нагасаки. Нет больше Чернобыля, я хочу добавить. И нет больше Фукусимы. Нет больше бессмысленным жертвам, человеческим жертвам. Позавчера я получил письмо из своих друзей из Японии. В Японии по интернету идет письмо, страшное письмо 16-летней девушки. 16-летней девушки, которая живет в Фукусиме. Оно длинное, но я просто несколько строчек прочитаю, к сожалению, я их не перевел, но буду читать и экспромт делать. Помогите, прошу я вас очень. Я в Фукушимской префектуре Минамисо-маши, детской, женской школы, учусь в детской, женской школе. Я потеряла своих друзей во время цунами. Мои друзья потеряли отцов. Я уже не боюсь. А мои близкие борются с большой радиацией. Мне всего лишь 16, но я уже готовлюсь к смерти. Чувствую, как медленно она приближается. Теперь мои молодые годы, а моя школа стала местом, где прощаются с мертвыми. Спортзал, где мы занимались спортом, где мы делали мероприятия, лежат люди, которые уже никогда больше двигаться не будут. Потому я решила использовать интернет и прошу, извините, спасибо, что прочитали, и подпись этой девушки. Мы с женой привезли сувенир. Сувенир японский. Ну, я буду громко говорить, хорошо? Вот это что, все, что осталось от здания муниципалитета города Хиросима после взрыва. Нам это подарили в Японии. В Японии женщины, которые руками сделали вот эту картину. Это ручная работа. Пускай она вам напомнит, и пускай будет у вас. Этим больше не повторится никогда. Ну, скромный такой запись. Спасибо. Спасибо большое.